Ребят, всем привет! Ну, во-первых, всех с праздником, с Днем России! Я на Красной, хотел сказать, на Красной площади, на Пушкинской площади. Сейчас здесь будет открываться Макдональдс, который первый открылся в России. Вон сколько людей, пойдем посмотрим. Вон и телевидение там какое-то. Ну, как бы народу много. Название меняется, любовь остается. Ну, как бы я не претендую туда зайти и попасть. В общем-то, как бы все равно потом хочется посмотреть, осталось ли качество, изменилось ли что-то. Ну, просто любопытство. Так, идем поближе. Я не знаю, где начинается эта очередь, честно скажу. Так, что тут у нас? Тут. Видите, какие-то тут эти... Вон. Люди. Ждем вас 12 июня в 12 часов. Это было написано давно. Так, сейчас будет через 5 минут открытие. И народ туда пойдет. Народу много, но если посмотреть фотографии и видео, какие были очереди, когда он реально открывался первый раз, то, конечно, не сравнить. Но я, конечно же, не приехала в 9 утра сюда, а приехала без 10. Кругом камеры. По-моему, здесь очередь из людей, у которых есть камеры. Давайте мы... Я сейчас выйду, пойду, пройдусь. Люди говорят, что как бы ни менялось название, им все равно это нравится. В общем, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, говорят. Так. Ох ты. Короче, все снимают в основном, как я понимаю. Да. В общем, все говорят, больше репортеров, чем любителей поесть. Видите, народ встал. Ну, назвать это сумасшествием, если честно, я не могу. Росгвардия. Я всегда говорю, что я за этих ребят. Они обеспечивают безопасность. Всегда. Парень на английском что-то вещает. Давайте узнаем, что же она там делает, девушка. Yeah.
А моя любимая девушка была зарплата вообще все совпадает. Смотри, что мы делаем. Вы сейчас пойдете в дом. Да. Да. И вы с нами. Сладкий. Познакомились. Ваня. Почему именно это место? Там знаменательный день. Хороший. А вы ходили раньше? Ходили. Да, да. На свидание звал в ресторан. Говорит, пойдем в ресторан? Нет. Я приглашал и говорю, пойдем в ресторан. Он говорит, как будет? Макдональдс. Ну как это? Парень рассказывал, я не знаю, слышали вы или нет, что очень они с девушкой любили в Макдональдс ходить с девушкой. И там познакомились, по-моему. Я могу постараться. Давай. Менеджеры говорят, встаем по два человечка, чтобы не было толпы. Там какие-то приветственные речи говорят. В радио России. Ой, в радио, господи. Девчонки, а вы во сколько пришли, очередь занимали? В 11.30. В 11.30, да? Ага, понятно. В 11 никого не было. В 11 не было никого? Ну, мало кого, пресса. Да. Более-менее. Трактор такой. Они кричали: ура, народ! Ну, трактор! И ничего не слышно было. Очередь уже. Люди заходили, выходили, но это пресса. Пресса, пресса. Ну, сейчас посмотрим. Я решила поближе подойти, посмотреть. Не девушка, имя. Вот. Название? Да. Вкусная и точка. Еще раз, как называется? Вкусная и точка. Но говорят, что может быть другое. Точка. Да? Да. Вкусная точка. Вкусная точка. Точка. Лопаются шарики.